7 октября в Красноярском крае диагноз коронавирус подтвердился у 404 человек. Общее число выявленных случаев заболевания с начала эпидемии в регионе составляет 118 297. В эту цифру входят 1905 заболевших из Курагинского района. К огромному сожалению, не все, кто заболевает, могут справиться с коварным вирусом. Краевая статистика утверждает, что летальность составляет 5,4%. Жители Курагинского района уже знают о том, что такие случаи были рядом с ними. Знает об этом и Владимир из Кочергино. Потому необходимость вакцинации принял и прививку поставил. Даже у нас сколько? Раз, два, три человека умерло от коронавируса. У нас почти что вся деревня привилась. Кочергино вообще все почти что. Как говорится, обзванивают, они приходят, сразу делают, даже без разговоров. Потому что чувствуется, особенно пожилые в основном-то. Ну и молодежь также ходит. Многие из более молодых людей не хотят ставить прививки, считая, что молодость уже может стать страховкой от заболевания. Хотя сегодня врачами это опровергается. Молодые люди болеют тоже тяжело. В силу того, что у них более сильный иммунный ответ, иммунитет. У здоровых людей может дать такой ответ сильный, который сработает против организма, и болеют они, ухудшаются быстрее, и болеют тоже, не сказать, что легко. К счастью, и многие из молодых понимают, что вакцинация – единственный способ избежать заболевания. Ну, потому что эпидемия в стране. Я всегда за то, чтобы все люди привились, потому что страшное творится в стране. Минздрав все-таки, я думаю, не дурачки сидят. Понятно. Людям говорят о том, что надо прививаться. Сталкивающиеся ежедневно с различными проявлениями коронавируса врачи Курагинской районной больницы еще раз напоминают всем о необходимости вакцинации от коронавируса и, если подошел срок, о ревакцинации. Люди, которые прошли через уже вакцинацию, знают, что как бы они перенесли первую достаточно хорошо, и все равно и подходят, и спрашивают, что, ну, очень часто пациенты подходят и спрашивают, что вот у меня подошла ревакцинация, как, что. То есть, ну, приходят, обращаются, то есть уже нету такого страха, что там что-то будет не так. Уважаемые жители Курагинского района, обязательно привейтесь, не пренебрегайте, там, так как это позволит вам избежать тяжелых последствий коронавирусной инфекции.